What is this place? What's the matter? Don't you recognize yourself? It was a seance of sorts. But here we are. Dead. What is dying good for if you don't adapt to it? Is that blinding? Did you murder dear Rachel? Студия, сделавшая Raid The Oblivion Afterlife, далеко не новичок в VR. Их предыдущая игра, Apex Construct, вышла еще в 2018 году, но это была совершенно другая история. Afterlife — это хоррор вселенной World of Darkness, в которой существуют и другие игры — Vampire The Masquerade и Werewolf The Apocalypse. Вы попадаете в поместье Барклай, принадлежавшее голливудскому магнату Ховарду Барклаю. Будучи миллиардером при смерти, Ховард приглашает нескольких близких людей, дабы дать им последний указания перед смертью. Вы играете за Эда Миллера, фотографа, нанятого для освещения события, а для помощи с работой вы явились со своей девушкой. Слово за слово, неизвестно, что произошло, но все участники мероприятия оказались мертвы, включая вас. Raid The Oblivion — это помесь хоррора и детектива. Вам предстоит разобраться, что же произошло, дабы наконец это поместье отпустило вашу душу в загробный мир. Для этого вам придется побродить достаточно времени по поместью, собирая улики и вспоминая прошлое. Благо у вас всегда есть четкая цель того, чего вам надо достичь. Кроме вас, по поместью бродят спектры, бывшие участники встречи с покойным Хенри, которых вам надо избегать любой ценой. Эти ребята реагируют на звук и с легкостью окончат ваше путешествие, если заметят. От вас. Именно поэтому разработчики игры рекомендуют использовать наушники, чтобы вы услышали спектров раньше, чем они вас. От спектров можно прятаться, пригнувшись за столом или за стеной, и в шкафах, в которые можно залезть, закрыв дверь за собой. Спектров можно отвлекать, бросая предметы, а если вас заметили, то можно на пару секунд оглушить призрака сильной вспышкой, это даст вам время, чтобы убежать, в противном случае вас разорвут на части. Будучи мертвым, по мере прохождения вы получите некоторые способности, такие как прохождение сквозь стены и притягивание предметов на расстоянии. Если вы потерялись или застряли, можно включить умение слушать собственное сердце, и прислушиваясь к стукам сердца, вы найдете следующую цель. Описание цели можно посмотреть на руке, нажав определенную кнопку, а как только появляется новое задание, выскакивает уведомление, так что вы всегда знаете, что делать дальше. Из оружия у вас есть только фотовспышка. Вы все-таки фотограф. Вспышкой можно как оглушать спектров, так и пользоваться как фонариком. Заряд фотовспышки ограничен, и его надо восполнять, так что не тратьте его впустую. Использование способностей и фонарика тратит вашу энергию, которую нужно восполнять воспоминаниями в виде фотографий, разбросанных по всей территории особняка. Для сохранений на локациях присутствуют специальные места, с помощью них можно также перемещаться в дворец памяти, где собраны все найденные записки и воспоминания. Пугать вас тут будут не дурацкими скримерами, а напряженной атмосферой и постоянным ожиданием того, что вас услышат. Скрип досок пола под ногами, звук диктофона, который вы нашли, неловкое движение руки, зацепившей дверь, каждая неосторожность может привлечь спектров. Кроме них, вы также встречаете свою тень, свое темное подсознание, которое иногда говорит с героем, помогая объяснить происходящее. Детективная часть игры показана в виде флешбеков и воспоминаний, сильнее раскрывающих историю. По поместью также разбросаны письма и газеты, добавляющие к лору мира. История не сбавляет темпа, в игре практически нет моментов, когда разработчики хотели искусственно растянуть геймплей. Да, ближе к концу вам нужно будет заняться небольшим бэктрекингом, но на локациях появятся срезы, которые в разы сокращают путь. Играть можно как сидя, так и стоя с приседанием по кнопке, а в игре есть куча настроек, чтобы сделать ваше загробное
подобные страдания комфортными, и движение по руке или голове, и некое подобие телепортов. На удивление, в игру завезли русскую локализацию, но только текст, без озвучки, что в любом случае большая редкость для VR. Сюжет будет понятен тем, кто не знает английского языка. Квест-версия в целом не сильно отличается от ПК-версии. Как всегда, это чуть более низкое разрешение, чуть менее четкие текстуры, а также отсутствие динамических теней. А еще, что мне больше всего не понравилось, так это зачем-то вытянутая гамма, которая высвечивает темные уголки и добавляет сильные переходы градиентов. В ПК-версии подобный эффект отсутствует. На ПК, за счет лучшей картинки теней, опыт будет более насыщенным. К слову, я проходил игру на Quest 2. Довольно сложно найти баланс между хорошим хоррором и интересной историей, но с этой целью Wraith the Oblivion Afterlife справляется на отлично. К сожалению, после прохождения сюжета в игре больше нечего делать, а прохождение займет у вас от 6 до 8 часов. Wraith the Oblivion Afterlife доступна в Steam и Oculus магазинах. Версия для Quest и Rift имеет кросс-бай. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, если вам понравилось, палец вниз, если нет. В комментариях пишите ваше мнение о Wraith the Oblivion Afterlife и увидимся в виртуальной реальности.